Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, двигатель 3.2 дизель, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Поднимаем автомобиль, снимаем оба задних колеса и откручиваем суппорта. Поднял автомобиль, снял заднее колесо, откручиваем две направляющих. Здесь ключ на 17. Здесь направляющие ходят в резиновой манжете. Чаще всего они закусывают не в самой манжете, а закусывают в резьбе. Поэтому резьбу мы сейчас тоже почистим немножко щеткой по металлу и также смажем. Сразу добавим маленечко смазочки под пыльник. Берем струбцину и утапливаем поршень. Смазки в резинках нету. Здесь снизу стоит пескун, и он же пружинка с внутренней стороны. Переставим его и установим на новую колодку. Новые колодки мы берем фирмы Нишимба PF1243. На внутреннюю колодку снизу устанавливаем вот эту пружинку. Также снимаем вот этот радиатор. Немножко его поправим, так как его уже время и коррозия, и температура выгнула. И устанавливаем на место. Снимаем пружинки. Чистим немножко их от грязи щеткой по металлу.
Также почистил верхний. Теперь берем, устанавливаем на место колодку. Также устанавливаем наружную колодку. Берем пальцы и вот щеткой по металлу вычищаем резьбу. Одно и второе. Помимо резьбы здесь вот еще направляю, это посадочное место для пыльника. Его тоже чистим, чтобы грязь под пыльник не попадала. Устанавливаем на место цилиндр. Поправляем пыльнички. Наносим смазку. И немножко мажем резьбу. И также снизу, нижнюю. Нижний палец загнутый, когда я его кручу, посмотрите, как ходит цилиндр вверх-вниз. Палец надо будет заменить. Здесь вот палец ровный, здесь ничего не ходит. Закажем, палец заменим. Задние колодки мы заменили. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону. Устанавливаем на место колеса. И перед тем, как начать движение, 2-3 раза нажимаем на педаль тормоза, чтобы выбрать вот этот свободный ход, чтобы тормоза были сразу. На этом все. Всего вам доброго.